Добрый день, друзья. Недобрый день вам, не другие. На телевидении очень часто интересные вещи остаются за кадром. В гримерках, где порой часами приводят форматный вид гостей. В гостевых комнатах, где гости, звезды в ожидании эфира лакомятся деликатесами, лакают чай да кофе. В студии, пока выставляется свет, это иногда может быть 10 минут, иногда и час. Порой я не ленюсь и фиксирую какие-то вещи на свой iPhone. Ну и с вами поделюсь. Тихо, такая горловая чакра. Я хотела спеть нормальную песню. Я нормальный тоже умею. Так, волос моих не видно, так? Вот так, вот так. Это моя нерабочая сторона. Мой, я сделаю.